Константин Генич и Георгий Черданцев с вами. Дождь льет, но поле готово к такому. Посмотрим, как погода скажется на игре. Сегодня Сампдория встречается с Дженуа. Константин, хотелось бы услышать твои мысли о сегодняшних хозяевах. Пас на ход, может быть, интересно. И подача туда, в сторону ворот. Выбит мяч из штрафной. Фабио Квальярелло. Тут может что-то получиться. Не получилось у атаки что-то тут придумать. Бертолаччи! Промахивается игрок. Похоже, что он просто поскользнулся. Да, вроде именно так. Нога поехала на мокром газоне. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Это может быть опасная атака. И подача на дальнюю штангу. Гастон Рамирес. Фабио Квальяре. Линетти. Вот. Навязывают ему борьбу. Гастон Рамирес. Перешинский. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Вот это удар! Пробил, как говорится, с нерабочей ноги, а мог бы, наверное, и под ударную подработать. Как считаешь? Думаю, да. Ну, будем надеяться, что в следующий раз у него получится. А здесь, на самом деле, вариантов у него было немного. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Интересно, в кого он цель? Знаешь, я думаю, что не только нам, но и команде тоже интересно, кому это все адресовалось. Оригинально сыграно, мяч остается у них. Это может быть опасно. И как пробил? Бертолаччи. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Фабио Квальярелло. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Гастон Рамирес. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Не лег мяч на ногу, выше ворот. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Лаксальт. Есть вариант развития атаки. Перешинский. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Какой удар! Есть гол! Отлично сыграно! Все логично. Выходит вперед команда, которая диктует игру сегодня. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Может получиться интересная атака. Выигрывает борьбу у защитника. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Стринич. Дуван Сапат. Отличный отбор, но кому достанется мяч? 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Мастерски сыграно, а дальше что? Еще чуть-чуть и был бы гол.